Сожаление — странная штука. Вот летом 93-го я в Таиланде учил детей английскому. Там я неожиданно для себя влюбился. Его звали Анарук. Это была любовь. Ничего подобного я никогда не испытывал. К несчастью, любовью моей воспользовались и повесили на меня чужое преступление, которое стоило мне 817 дней в подушке дьявола, страшной тайской тюрьме. Мужик, ну пидорнулся ты в другой стране, ну охуеть теперь! Я тоже сидел. На твое счастье, ты сидел не в Тае.